Так, маленькая зарисовочка. Чай на пароме. Значит, чай у нас стоит 2 евро, а пирожное стоит 2,5 евро. Чай вот такой вот. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Плывем, плывем. Плывем, плывем. Качу, 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 по свету качу. Кручу, 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 педали кручу. Сейчас сахаром будешь, а? Угу. Сахаром? Угу. Ну, просто видишь, какой чай. Ну, ты даешь. Прикольный сахар. Ну, ты даешь. А у тебя красный почему-то чай? Да, у меня летний букет очень, кстати, вкусно пахнет. О, летний букет. Угу. Пахнет малиной. А? Так, чай вот такой. Сейчас посмотрим, вот эта вот пирожка, интересно, вкусная или нет. Ну, такой засахаренный как будто. Ну. А это? Это такой, как будто бы кусок авокадо с сыром смешали. Серьезно? Вот у этого. Еще шоколады. Ну, вот это так нормально, вкусненький. Ну, вообще, это тоже вкусный, кстати. Такие дела. Так, пока все, друзья. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию, находимся на пароме.